Привет, дорогие друзья, с вами Булкин и Щербинин, мы играем в GTA 5, и сегодня мы займемся такой интересной вещью. Да, не спорю, мы это видели, по-моему, даже по вашей просьбе, потому что вы кидали. Да, мне кинул подписчик личку, я тебе уже переслал. Да, мы хотим, короче, пошалить. Так, я беру. Вот это, я заказываю. Какая разница, чей? Я хочу. Мы по очереди будем. У меня синий гламурный. Нет, тоже. Чё, ты чё, ты кому это говоришь? Ну, короче, заказывай быстрее. Подожди сюда. Заказывай, а? Заказал, сюда подойди. Нет. Сюда. Тихо, я по телефону звоню. Ты по понятиям же... О! Ну кто первый? Я еду, ты... Да. Хорошо, я тебя направляю. Короче, фишка в том, что Щербинин будет смотреть назад. Только мы никак не проверим, смотрим ли реально он назад или нет. Я тебе... Ладно, я клянусь, что буду смотреть назад. Так, ты на меня, что ли, смотришь? Я смотрю назад, все. На меня? Да. Едь правее. А, ну ты еще с твоим микрофоном? Каким моим? Ты точно есть? Ты смотришь? Я не вижу, что впереди, честно говорю. Можешь правее? Я ориентирую чисто по краю. Пщи, погиб сразу. Я ориентируюсь чисто по краю. Нет. А, слушай, нам нужна бита. У тебя есть бита? Есть. Пацан нарывается. Быстрее сюда иди. Он на твоем байке остановился и стоит просто на нем. Он офигел, что ли? Быстрее. Давай еще Харика этого побьем здесь. Он еще бибикает, что-то недоволен. Стоит одним колесом на байке на твоем. Он съехал с него, как увидел тебя, походу. Ну-ка, чувак, ты не по понятиям, походу, живешь. Тихо, подожди. Чувак. Поговорим? Ударим он по машине. Что? Ты куда побежал? Зачем ты дверь ты закрыл? Ты домой бак заехал и убегаешь. Ты... Все хорошо. Пошел отсюда. У меня шлем валяет. Сейчас такой же одену, смотрите. Раз, два, три. Дубль! Давай теперь я буду назад ехать. Окей. Только ты честно назад. Да, назад. Так я ж снимаю. Давай, езжай прямо. А, я даже вот как сделаю. Идиот. Чтобы веселее-то было. Подожди, что? А, от первого лица? А почему не могу вид поменять? Езжай. Направо, я вид не могу поменять. А? Вид не могу поменять. Ну подожди, слезь с байка. Ну-ка, сядь. Сел? Да. Ты можешь только направлять меня? Налево, левее чуть-чуть. Аккуратно. Езжай, не бойся. Левее. Правее, право. Прямо. Ух! Тихо! Нет, левее! А! Езжай, правее. Подожди, сейчас я... О, все, поставил. Правее. Тихо, левее. Тихо, правее! Левее! Ты не тормози, ты что делаешь? Я боюсь, подожди! Не-не-не, езжай. Аккуратно, левее! Нет! Аккуратно, все, тихо! Как я наехал! Туда! Тихо, езжай прямо. Налевее. Левее. Чуть-чуть лево! Правее! Правее! Ты дурак, что ли, ты не знаешь, где право, где лево? Левее. Объезжаем их, а! Ой! Дурак, что я перепутал! Ха-ха! Парируешь-то, а! Хырья, короче. Слышь, по-моему, это, мне-то интереснее снимать будет. Хотя, ну давай будем все-таки по очереди. Идиот. Кому нравится эта идея, ставим пальцы вверх сразу. От первого лица включи сразу. Включил? Ну что? А, от первого лица? Погоди. Да, у меня фокус на тебя навелся. Откуда у тебя дубинка? Во, все, от первого лица. Ой! Угу. Я не думал, что ты слетишь с него. Давай. Все, от первого лица и назад смотри. Да. Там такой, какие кадры сейчас бить. Блять. Давай, ну, я тоже. Так, прямо. Правей! Осторожно, там. Вода, идиот! Награда пассажир! Угу. Пассажир. И что делать теперь с ним? Заказываю я сейчас, погоди. Ой. Ты как мне? Как я... А, нож. Я же в лимите. Точно! Спасибо, что озвучил. Винтовка есть? Винтовка? Зачем она? Я давно хотел проверить. Он охренел? Он охренел, что ли? Ты чё охренел? Да ты охренел, что ли, дебил, блин, слышишь? Этот, он меня, я только встаю, он меня сразу опять наезжает. Иди сюда. Чё, сдохну по... Где, чё делать?
тебя винтовка есть? А что? Я сейчас с телефоном хожу. Да. Я с телефоном стою? Да. Отойди и из винтовки выстрели мне в телефон. Чтобы проверить? Чтобы ты в меня целился. Проверить хочешь? Да. В телефон? Да, в телефон. Что, не убивает меня? Подожди, сейчас еще раз. Чтоб тебя еще. Чтобы целился. И в меня целился, и в телефон. И те... Подожди, ты идиот? Что? У тебя ХП отнимается? Нет. Я тебе попадаю по пальцам, у тебя айфон становится красным и кровище хлестает. Я съел свою финтовку, напиши тайм-код. Давай продолжим, ничего мне не заказывать. Так, сейчас я закажу. У тебя же он с это. Я восстановлю. Давай я закажу. Ну заказывай быстрее уже. Сейчас. Механик. Заказываешь? Да. Мачете? Гитлер? Мачете нет. You calling for some wheels? Кстати, я не слышно. Молчи. Где? О. Что он? Бля, какой китаец, а? Меня... Подожди, сейчас я посмотрю. Подожди, тихо. Да не бей ты его. Я хочу на него рожу. Он побежал. Что? 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 Что сейчас происходило? Ты идиот! Подожди, можно я расскажу? Ты представляешь, что она его передавила, она смотрите, она нервничает, она думает, что там за труп у меня под машиной, да? Ты чё хрень? Ты чё она делал? Она меня... Можно я расскажу, что было, Червинин? Я смотрю, механик идет, разозлился. Что за... Кто в меня стреляет? Ты видел? Кто в меня стреляет? Да это уже другая история. Ты видел, что сейчас было-то, а? Нет. Там Чероки по встречке пролетит. Что за фигня твори? Чё за братва, брат? Что это за перестрел? Что за... Что за хрень? Что они все это делают? Просто тайм-код напишите всех этих... Хорошо, вы его уволил. Там Чероки пролетел по встречке. Ну ладно. Там... Погоди, у меня мало ХП надо. Осторожно, пожалуйста. Там труп. Короче, труп этот, механик. Поп, свою же дверь ушатался еще. Можешь сесть уже, пожалуйста? Ты копы. И что? Что ты? Самосожжение. Поехали, пожалуйста, пофиг на копов, а? Все заплачу. Ты как сел тут, а? Что за фигня? Почему тут ДТП одни? Идиот. О боже. Это са... Там Тревор. Что он? Что, Тревор? Как он сам сполз. Блять, ребят, не страшно, что происходит там. Чероки три... Как он выехал через две сплошные перед копом? Сань, слева не смотри. Атаковал копа и поехал. Ой. Ребят, хорошо стоите, что тут произошло? Убийство, да? Что-то. Ай. Он выберется отсюда, надеюсь. Ты что, его фотографируешь, что ли? Да, петофил. Просто не представляю. Копы. Что, не смотрит на него так? Тут такой беспокойный, сука. Что за крень? Почему он поехал здесь? Что за... А ты... Что, зачем я назад посмотрел? Подожди, просто посмотри, что происходит. Подоехал еще один коп. Те-то... Посмотри, вдалеке труп вон там под машиной. Там на... Его вся насрать на тот труп. Они фоткают этот. Коп стоит на голове у мужика, который лежит здесь. Я тебя все равно не слышу, ладно, потом запись пускаю. Тихо-тихо, смотри, деньги. Пистолет. Зачем ты шлем? Чего ты извращенцы, да? Просто, какие извращенцы здесь собрались? Это самая лучшая просто серия в плане... ДТПМ. Все, сейчас копы приедут. Просто отлично. Копы таранят машину, вон там мы видим. Угу. Куда? Он побежал. Что происходит? Ну что, допросить нас хотел? Ты, что к нам бежал? Он тяжело. Копы! Осторожно! Сука. Почему они? Тихо. Еще один давай шлем выкину. Что за. И камень-метраж. А этот-то чё киданули? Не знаю, подожди, давай спросим у него, как дела. Офицер. Пробус офицер? Откуда ты появился? Еще что за фигня тут творится, а? Посмотри, иди сюда просто, подойди сюда. Понимаешь, что вот на этот труп и вот на этот всем по нему ездят. И вообще все равно, то есть. Что? 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 Ты видел? Нет, что там было? Медик сел на труп.
А чё у меня такая кровь-то потекла? Что я? А чё они базарят? Что там? Откуда у нас столько крови? Да это уже другая история. Тревора убил, понимаешь? Скоро уехала! А почему тот... Сейчас, подождите. Пробуем тут все. Почему вот этот вот хрен... Где на тебя коп посредственно смотрит? Что? Что? Зачем он посрать сел? Я у них козявки буду брать. Тихо-тихо, так, стой. Тихо, братья! Братюни! Сейчас опять какая-нибудь хрень произойдет, ты не ссы. Сейчас смотри, по трубу пройдет. Отойди, пускай пройдет по трубу, там же нормально. Что коп такой нервный? Что он... Что происходит? Началось. Так, новые действия. Да что меня-то? Я посмотрю, можно... А, блин! Я посмотреть хотел только лишь! Меня задавили просто... Стоит только один раз выстрелить в воздух. Что за фигня? Что за забег... Ты что, мероприятие забег устроил? Я негр сбил. Случайно, мужик, прости, не хочешь покупаться? Что за фиг... Ну чё, мы будем продолжать или кто? Ну, я продолжаю уже, Щербинь. Ты чё, Иди сюда. Алло. Ты тут? Просто иди сюда, пожалуйста. Я не слышу тебя. Где ты? Подожди, их чечи ему, но... Да-да-да, что происходит? Того течения вынесло вообще. Иди сюда, иди купайся, купайся, малыш. Вот, смотрите, вот. Против системы пацан прет. Что за... Ты разъебал. За... Ты иди сюда, смотри. Да я вижу. Что? Его сносит. О. Ненадолго. Что там происходит опять, а? Все, поехали продолжать. Это здесь будет просто без конца происходить. Понимаешь, что это не успокоится никогда. Кто-то кого-то убивает, потом кто-то кого-то врезается. Сейчас мы если будем стоять, сейчас опять что-нибудь произойдет. Кто-нибудь таком-то посидит. Вот коп ищет, например, в какую тачку ему сесть, идет ко мне. Чё коп ищет? Он сейчас угонит по шуму, что ли? А, подожди, сейчас я просто посмотрю, что он будет делать дальше. Его не смущает то, что здесь массовое ДТП, да? Потому что здесь трупы валяются, по ним ездят. Где труп моего механика, пожалуйста? Коп куда-то побежал. О боже, ладно, садись, пожалуйста, уже ко мне. Поедем. Ой. Посмотри просто на этот свалку. Нет! Что-то. Это все произошло просто потому, что... Ну чё, ты упал в реку. Давай, я смотрю на тебя. Ну, сними шлем. Что? Ну, сядь без шлема. Без шлема сядь? Да, просто ты так выглядишь не очень. Пошел в туалет? О, садись сюда. Так, все. Ну, левее чуть-чуть. Чуть-чуть сказал тебе. Левее! Ты как? Езжай, не бойся. Я вот прямо, да. Где? Я не стал туда. Нога! Там машина приехала, давай теперь ты. Нет, ты будешь, я... Что-то... Я сам сел. Что происходит? Да подвинься ты. Что ты два мужика не мог? Да ты можешь... Ты можешь сесть. Да ты заткнись. Ты дай мне сесть, он только пытается. Что? Почему? Ты садись ты уже! Да ты задолбал меня, а! Тащи! Что?! Ты садись! Ты видел вообще, что было? Аккуратно! Все, езжай! А вы нашли по этим? Да. Две. Сейчас, ой. Дюх! Как ты? Ничего не сказал. Почему байк остался в таком же положении? Опять будем пошалить, да? Всем? Он хотел садиться, он на мозг хотел. Ну, аккуратно правее, левее. Не знаю, куда ты. А, ну давай. Аккуратно. Правее. Правее. Левее! Кстати, первый раз, когда мы выехали на встречку и погибли. Стоп, это мачете сидит. Покажи. А, нет. Теперь это Гитлер. Нагиев? Это Гитлер. Покажи. У меня проблема, я появился не на... Он уехал. Нет! Не... Семен, не смотри на гору. Там, где я сейчас.
Да вижу я тебя. Пока. Че? Да нет, я не упал. Я не упаду, скорее всего. Ну да. У меня нормальный пацан. Он нормально спускается, по крайней мере. Что, у нас таких нет? Почему я сразу умер? Да. А, Сань, можно вопрос? Твой байк горит. Как горит? В любом смысле так и горит. Че, херел что ли? Он дымится. Суп, что ты за этим сделал, да? Что? Какой у меня Тревор только что пробежал. Алло, ты тут? Нет. А? Не. Я тебя не слышу, ты пропал. Не. Что? Не. Что? Нет. Что они? Спасибо, что заплатил за мою машину. Что? За мой байк. Я еще и платил, то есть. Да? Если вам нужна машина. Иди садись ко мне, меня привезли байк. Мне тоже. Идешь? Что я что-то не сказал? Как мне? Обожаю GTA. Ты можешь поаккуратнее, пожалуйста? Тихо, машину. Как? Что? Ты не знаешь, что ли? Как я сел? Я не знаю, как ты сел. Ну, правее, тихо, левее. У меня как шлем появился, запиши тайм-код. Правее. Право, аккуратно, право. Как бы... Идёшь, что ли? Где мы? Вода. Почему? Мне механик звонит. Только не... Идиот! Как он? Блять. Это был самый эпичный... Как он здесь остановился вообще? Это был самый эпичный серий. Я предлагаю еще вот так вот сделать. Не надо, ты что, дура... Подожди. Ты что делаешь-то? Ты что... Ты затопил его? Нет. Да что с... Да сядь ты! Много холода проткнуло. Ты зачем сыну проткнул? Идиот, она не пола... Ой, не вот теперь утопил. Идиотас. Пока. Это реально самая, одна из самых смешных серий. Это самая смешная серия. Вот согласитесь, если вот... Пишите, ставьте лайк, если думаете, что на моем канале даже веселее Червина выходит GTA, чем на Game Adventure. Просто вот это реально. Сюда иди. Куда я ты? Подожди, я хочу байк свой. Сейчас точно мой приехать должен. Так. Все, звоним. Надо покататься уже, надо покататься. Тихо. Зачем мне. Как тебя пырнул, ты не умер. Ты, во-первых, мокрый, вот так ты мне в задницу пырнул. Ты мне реально в задницу пырнул, что у меня шлем аж летел. У меня опять прическа другая, снова. Иди руку только что порезал. Надо руку. Что? Отойди! Что ты как-то прыгнул ты? Где мой мужик? Механик. Своего вызови? Я ее сначала надо восстановить. Ну а че мой-то не едет? Ты офигел что ли, мачете? Гитлер. Тихо, у меня дубинка есть. Он меня задавит. Бей ему тачку. Чё он испугался? Убей меня, я заказываю байк. Я ещё раз пробую. Что там? Сейчас. Азар! Нет, вот это сейчас был самый крутой уебаш, потому что... Я просто... Мне дали... Во-первых, мне дали награду мясник. А почему я кого-то патта появился? Он приехал. Не знаю, тут уже другая история. Как он? Нифига себе он телепорт. Мужик, что ты, воу-воу, полегче так. Блин, у тебя рожа отличная просто у этого чувака. Сейчас, подождите, дайте я посмотрю ее вблизи. Прогулки с механиком. Ты просто видишь эту картину. Что? Вообще, блин, уже успели сбить, а нам хорошо. Какой-то красивый байк, этот у меня механик, да? Просто... Да ты трак! Его зажал. Где он? Как он перекрутился? Он сейчас въебёт мне. А стой так! Будете драться прямо перед экраном моим? Почему вы делаете? Он кричит не удел, ты понимаешь? Мои бабки. Мои бабки. Ты сальтуху долбанул! Не, я просто упал. А?
Тогда тайм-код. Ты тут самое с этим, с механиком. Он меня тоже перелетел, знаешь, как нормально. Ты у меня за льдуху просто долбанул. Ты меня своим телом сбил. Это уже другая история. Поехали, пожалуйста, уже нормально, очень тебя прошу. Бедный байк, а. Зачем я снял шлем, чтобы снова выходить? Что тут? У меня нога между байком и колесом. Ой. Ой, я не вижу ничего. Спасибо, что деньги вернул. Ах ты козел. Что? А почему все деревенские на меня получились? Деревенские? Давай разберемся. Я себе битву как раз взял. Ты чё? Ты, да. Я ищу копу, ну отлично. Я их тут... Кто? Не... Он тебя зарежил, что? Он поймал, мы вот... Пришел, порешал! Подожди, давай просто опять... Я хочу... Почему здесь пятна крови? Отличная, просто отличная картина. Просто, наверное, очень... А я думаю, сейчас его как мажу, блин. Чтоб знал своих. Помог. Ствол валяется. Как ты? Садись, а? Я уже от первого лица подключил. Угу. Был уже готов? Сел? Как ты насквозь? Алло, ну сядь уже. Сядь уже, а? Поехали. Ну езжай, спокойно. Говори. Эй, правее, не левее, дебил. Дурак, что ли? Как? Посмотри на... Тихо, не трогай его, пожалуйста. А как ты стоил? Пожалуйста, не трогай байк. Сука, как я его припарковал так? Как... Подожди, тихо. Нет! Ты почему? Дурак, что ли? Как тут? Удобно? Сейчас опять будем встать. Ты... Я случайно... Ой-ой-ой-ой! Ты сел? А, нет. Нет. Ой. Садись. Кнопку. Да дай ты сядь-то уже. Поехали. Левее. Ты на карту-то мини тоже ориентируешься? Я ориентируюсь, но это сложнее. Аккуратно, машина спереди едет. Не знаю, как я угадал, что они именно в таком порядке. А где мы? Не туда. А где мы? Я не смотрю сейчас вперед, чтобы не знать, что впереди. Как мне сейчас поехать аккуратно, чтобы не упасть? Аккуратно? Ну, по идее, прямо и правее чуть-чуть. Так? Езжай. Да-да-да. Со всей силы. Левее. А, нет, может, все, налево можешь лететь. Ну, на трассе. Поздравляю. Левее. По трассе езжай, ты на трассе. Там кусты какие-то были. Тихо. Машина! Где? Нет, я вижу. Тихо, идиот! Как? Ты больной! Как я везде проехал, объехал и ничего не задел? Как выехать отсюда? Правее. Правее? Вот, да, все. Как я выехал? Это дурак, что ли, только поехал опять. Это опять не... Что за... Почему я... Ты в купальке. Спасибо. Промахнулся, пока я нагибался за байком. Ты где? Давай. Говори, куда. Что? Почему ты... Почему ты упал-то? Ты сорвал. Не удержался, брат. Я вверх. Я вижу. Ты пытаешься... Что ты подвинул байк? У тебя байк грязный. Куда ехать? Где? Куда? Быстрее, говори. Право. Ты... Как мы... Ты на карту смотри. Ну, вот так? Да, левее. Так, езжай аккуратно правее. Правее, левее. Идиот. Что, куда пропал? Я вообще-то тут был. Что за... Почему? Ты как меня... Просто твинул. Сука. Вот ты идиот, я предлагаю все заканчивать. Эта серия нас надо набрать около 10 тысяч лайков. Всем, короче, спасибо за просмотр. Ждите новых серий. Всем удачи и всем пока.